Сегодня прошла пресс-конференция с участием организаторов турнира и российских спортсменов. Константину Семенову и Вячеславу Красильникову уже удалось получить путевку на Олимпиаду. Таким образом, одна лицензия у мужской сборной России уже есть. Женщины напрямую отобраться не смогли. Не удалось этого сделать и по итогам финала континентального кубка, прошедшего в конце июня в норвежском Ставангере. А это значит, что для женщин сочинский кубок мира – последний шанс получить хотя бы одну путевку в Рио. Соперниками для наших пляжников станут волейболисты из 18 стран. Основные конкуренты – представители Северной Америки, азиатских стран, а также спортсмены из Австрии, Чехии и Украины. Каждая из участвующих стран представлена двумя командами. Сначала происходит встреча между, соответственно, первой командой страны и второй командой противоположной страны, потом наоборот, и в случае необходимости играется золотой сет. Соревнования проходят в двух группах по круговой системе, среди мужчин и среди женщин. Победители групп выходят напрямую в полуфинал. Матчи группового раунда начнутся 6 июля. Затем состоится этап плей-офф, финалисты которого и станут счастливыми обладателями заветных путевок в Бразилию. Имена станут известны 10 июля. Поболеть за российских волейболистов зрители смогут как в ходе телетрансляции, так и на трибунах спорткомплекса. Вход на турнир свободный.